Кубок страны ивановский текстильщик начал в гостях у соседа. В 1/128 финала красно-черные сыграли с костромским «Спартаком». В первом тайме ивановцы не смогли реализовать пенальти в ворота хозяев, но вскоре собрались и сумели не просто завладеть преимуществом, а в буквальном смысле разгромить костромичей, до финального свистка забив в их ворота в общей сложности 5 мячей. Хозяева поля ответили им лишь одним. Очевидно, обидное поражение в первом туре нового футбольного сезона не сломило, а мотивировало красно-черных. Знали то, что команда непростая, знали то, что команда боевая. Кострома, недаром то, что они Велес обыграли, хорошую команду, которая зашла в нашу зону. Поэтому мы готовились, мы сами неудачно сыграли первый тур. Настраивались на динамичный футбол, настраивались на борьбу. Следующий матч уже в рамках фонбет первенства текстильщик проведет в четверг, 27 июля. Соперник – Псков 747. Сама встреча и ее прямая трансляция на телеканале РТВ Иваново и сайте icomtel.ru начнутся в 18:30.